Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху вновь подверг критике международный проект соглашения по Ирану. По его мнению, он вызовет гонку ядерных вооружений на всем Ближнем Востоке. В случае подписания договора Иран сохранится как террористическое государство с развитой ядерной инфраструктурой, заявил политик. Поэтому Тель-Авив призывает улучшить условия окончательного соглашения. Я не стремлюсь разрушить сделку, я стремлюсь разрушить плохую сделку. Это соглашение, которое оставит Ирану возможность для производства множества ядерных бомб. И со снятием санкций страна получит миллиарды долларов, которые пойдут не на школы, больницы или дороги, а которые накачают его машину террора по всему миру. Ранее в Лозанне страны шестерки, 5 постоянных членов Совбеза и Германия договорились, что 2/3 иранских мощностей по обогащению урана будут приостановлены в течение 10 лет. Кроме того, Иран обязуется поставить все свои программы под международный контроль на срок в 25 лет. Работа над соглашением должна завершиться к 30 июня.